гостиницы, так что потом будет удобно. Если не так же, если на молодом сделано, гостиница на 7-этажная. Ну, нормально, это так 3, может 3 с плюсом будет. Вот. И здесь вот переходит прямо из гостиницы, и вот центр «Звезда» тоже есть, я приехал, они покажут. Really happy for you. Yeah. Do you like it? Fantastic. Здравствуйте. Как вы готовитесь к Олимпиаде? Как настроить? Алин, 60. Right now we have European Olympic Training Center in Turkish next week. Его слова. Все-таки есть. А здесь трое. Горячо, что угодно. Да. Большая это для команды, для девчонок. Какие-то микро... Можно спросить у господина Витера, сколько он нам даст вот медалей за лучше. Я посмотрел сейчас фильм «Железный». Thank you.